Всем привет, зрители моего канала, сад Чекалина, Сызранский район. Сегодня хочу показать, мы сейчас находимся в данный момент на даче у моей сестренки. Вот хочу показать клубника, какая у нее. Вот такая крупная. Сейчас она в данный момент цветет, небольшой участок. То есть она использует материал для посадки. Вот такой материал. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, материал 60-й, тонкий, тонковатый. Нужно погрубее использовать. Кусты крупные, сама этот сорт. Сорт не можем сказать, потому что дачу купили, и на этой даче уже была посажена клубника. Ее сейчас в данный момент надо рассаживать. Я вот хочу от нее взять корни, как говорится, и попробовать рассадить. Клубник такими прям гроздями идет, видите, то есть зависть уже есть, вот такая зависть уже есть. Клубнику потом покажу видосики вам, кому будет интересно, зайдите, посмотрите. Вот уже зависть, видите, через неделю уже должна, если солнце будет хорошее, через неделю, короче, первая клубника будет. Здесь вот участок такой небольшой, ну и там еще один участок есть. Показывать не буду. Ну все, вот это хотел показать, рассказать. Всем, кому понравилось, ставим класс, лайк. Также подписываемся на наш канал Сад Чекалина. Ну и всем пока, удачи, ребята.